готов? Готов. Отец, берегись!
Нам по силам? Что же там еще было?
Ну что ж, мы не закончили одну историю. Поток крови Эмира потопил всех йотунов. Но в тот день погиб не весь род Эмира. Ледяной великан Бергельмир и его жена спаслись, уцепились за пустой ствол дерева. Они плыли много недель, пока, наконец, не достигли новой земли. Землю они назвали Йотунхейм и начали все заново. Они плодились и размножались. При них Йотунхейм стал царством, где великаны были сами себе хозяевами и не подчинялись более никому. Бергельмир никогда не пытался отомстить Одину. Его местью стало процветание великанов. Он умер в мире, окруженный бесчисленными отпрысками. А имя ему в веках – Бергельмир Любимый. Бергельмир Любимый. Впервые слышу, чтобы история так заканчивалась. Хотя это все равно неправда. Редкий случай. Go!
Ты уже знаешь сказку о Сколле и Хате, несущих день и ночь? А, да, волки-великаны. Да. Они были сыновьями проволка Фенрира, великого противника аса. Еще в детстве их поймал Один и посадил в псарню Асгарда, чтобы держать врага в узде. В другой раз продолжим. Не знаю, что тут искать, но вот мы здесь. Плохо пахнет. И что это за странная штука? Да, странный материал. Туман проклятый. Проклято? Верно. Немного подышать можно, но задержимся, погибнем. Чудное местечко этот Нифльхейм. Сын. Слушаюсь. Посмотрим. Ну надо же, какая встреча! Чем могу служить?
Иногда лучше вообще ничего не купить. Ну, если что-то будет нужно, я тут. Что-то написано. Когда мы уходим, тут все перемещается? Невероятно. Атрей, соберись. Здесь очень опасно. Гномья изобретательность впечатляюще и опасна. Thank you.
Это же центральная комната. Надо вернуться к гному. В этом зале наверняка есть много ценного. Откуда это? Интуиция и опыт. Пора идти. Брат, пора идти. Ну надо же, какая встреча! Не думал, что встречу тебя здесь. Какой мерзкий туман. Думаешь, меня испугает проклятый туман? Вообще-то да. Я пытаюсь создать доспехи, которые защищают от него. Материалы, которые мне нужны, здесь, в мастерской Ивальди. Но они покрыты этим туманом. Готовься! Эти доспехи видели в центральной комнате мастерской. Вход в нее закрыт. Но если у меня будет эхо тумана, то я смогу сделать камень-ключ. Пожалуйста. Не советую долго оставаться в тумане. Вонь прилипнет к волосам, оружию, броне. И я не прикоснусь к твоему добру, пока ты не сожжешь всех этих крошек и тварей. Похоже, вы нашли достаточное эхо. И не погибли? Потрясающе. Синдри, как ты делаешь вещи из тумана? Ты не поверишь, но раньше гномы создавали из тумана настоящие чудеса. Ищи и дальше эхо тумана. Оно мне очень пригодится. До встречи, друзья. Держись!
Пошли! Здесь туман слабее. Приятно. Это те доспехи? Вид у них не очень. Можешь их надеть? Нет, она мала мне и слишком древняя. Отнесем ее гному.
Брат, проклятие! Это то, о чем я думаю? Никчемная броня? Никчемная? Ха, маловер. Эти доспехи носил сам Ивальди. Да, они знавали лучшие времена. Но с помощью эхо тумана я их восстановлю. И тогда они будут защищать от проклятия Ивальди. Если в мастерской нет больше ничего ценного, нет смысла здесь оставаться. Ты видел сундуки в центральной комнате? И в глубине тоже полно добра. А еще там три разрыва мира, конечно. Но с ними лучше поосторожнее. Почему? Это же настоящие разрывы в ткани реальности. Хочешь засунуть в них руку? Валяй! Тобой, береги!
Гаданина! Thank you.
Нет, серьезно. Будь осторожен с этими разрывами. Ведь было что-то еще.